совершенно бесподобные маленькие комочки шерсти. Они очень эмоциональны, они хорошо контактируют с хозяином, все быстро схватывал, никогда никаких проблем в воспитании не было. Собака дрессируется легко, в принципе, все стандартные команды сидеть, лежать, фу, лапу, он очень быстро выучил. С другими собаками очень любим контактировать, единственное, любим только маленьких собак, больших боимся. Бывает, проявляет агрессию, но чаще всего это не агрессия, а, наверное, защитная реакция, потому что он чаще всего даже лает от страха, потому что это чужой человек или большая собака. Собака скорее привязывается ко всей семье, потому что у нас семья очень большая, он любит всех, к чужим людям относится достаточно настороженно. Как мне кажется, часто встречается такая болезнь, как панкреатит, у моих знакомых тоже шпицы, и не раз сталкивались с этой болезнью, у них слабая поджелудочная железа.